Ты что за белка такая сидит? Злодейская. А я, говорит, злодей. Злодейская. А я, говорит, очень злодейская, говорит, белка. Сижу, это копия, кстати. Копия, это же ты? Копия, это ты? А это, говорит, да, я сижу тут. Дай, копия. Копия пришла. А меня нету, что такое вообще, говорит? Что за дела-то? Что за дела? Копия. У тебя же орешек есть. У тебя же есть орешек, копия. Злодейка. У меня, говорит, есть, да, есть орешек. А что такое, говорит? Один хорошо. Арбузы, кстати, доели. Я вчера новый положил здесь. Старый убрал. Новый положил. Были все. Четыре штуки были. А сейчас два только огрызка вижу. А копия где? Куда она делась? Вот она. Я еще там ее ищу. Она вот она сидит, а копия. Ты чего? Пугаешь? Я испугался. Я руку сунул сюда, не глядя. А тут зверюга вот эта сидит. Копия, ты голодный вообще или нет? А я, говорит, сама, говорит, не знаю, сейчас скажу, говорит, голодная я или нет. Копия, ну-ка. Нет, говорит, я не голодная. Сейчас мы сделаем, проверим, любит ли копия шишки. А то неизвестно. Неизвестно, любит ли копия шишки. Ну-ка, шишки я, говорит, не уважаю. Копия, но по тексту совсем другое. Вот злодейка какая. Не хочет она по тексту играть. Что-то не очень она как артистка. Редкое зрелище, как копия шелушит шишку. Какая злодейка, а? Чего-то она увидела подозрительно. Шишку бросила. Не стала убегать. Интересно. Кстати, заметил, белки очень грамотно прикрываются деревьями всегда. Иногда даже непонятно, куда она убежала. Она за дерево убегает. И непонятно, то ли она по земле ушла, то ли по стволу дерева вверх залезла. Очень грамотно прячутся они. Если захотят, конечно. Бывает, вот стоишь, вот дерево стоит. Буквально она за дерево по стволу спряталась. Заходишь, и все, белка пропала. Непонятно. Смотришь вверх, нет ее. На земле тоже нет. Куда делась, непонятно. В этом плане они, конечно, молодцы. Я не понимаю, почему копия здесь решила спрятать орешки. К себе не понесла туда куда-то. Но это надолго, наверное. Ну ладно.